Всем привет, с вами Доскос. Начинаем на том же месте и идем вперед. Я боялся, что это будет тупиком. Но это не тупик, а всего лишь, видимо, кольцевая. А хотя, может быть, там просто освещение лавой. Не нравятся мне звуки скелета, не люблю я, когда он костями же гремит. Нехилое освещение лавой. Откуда это течет? Откуда-то оттуда. Ну ладно, пройдем куда-то туда. Раз оно откуда-то оттуда течет. Хитро я слышу. Зомби. Хочет поздороваться, видимо. Ладно, протянем ему лапу. Да. Не один зомби хочет поздороваться, а целая рота. Где-то, кажется, надо мной. Надо было мне озвучивать зомби. Не люблю этот звук. Зомби где-то над головой, это противно. Это может привести к летальному. Господи, слышите, сколько? Четверо, может быть. Пятеро. Ёкарный бабай. И в какой они стране? Не обессудьте подсказать. Блин, может быть, мне туда не идти вообще. Иначе я досрочно окажусь на поверхности, на скамье штрафников. Они где-то здесь, я вас слышу. Скоты. Они, по-моему, везде вокруг меня находятся абсолютно. Вообще. Господи, сколько вас там? Такого никогда не слышал, чтоб синхронно вот столько вот одновременно фигачили в ухо. В оба уха. Золото вижу. Я здесь был только что. Хе-хе, я продырявился. Просто насквозь прокопал. Но нет, я этого так не оставлю. Такой трофей военный я себе упустить не могу позволить. Я же этим хвастаться потом смогу. Вот оно. То, что хотели. Данжон. Обойдем-ка его. Немножко так стороной. Ворвемся прямо в снежную зарю. Или как там пелось. Мы поедем, мы помчимся на зомбаре утром ранним. И они весело мычат, когда мы их оседлаем. Эй-эй! Скажи эй-эй! Плохо творишь. Блин. Эдвард Блинтон. Второй готовится. Иди в попу. Иди в попу. Я почти разрушил. Не мешай мне, зомби. Я понимаю, что это... Клетка клонирований. Блин, да что ж вы рождаетесь-то все время? Скоты тупые. Морда вороты. Все, успокоился, перестал крутиться, как не знаю что. Как волчок, что где, когда. Более умные аналогии я не придумал. Тупик. Один вход безопасен.
второй вход не безопасен, потому что это не тупик. Ну и хорошо. Что-то ходит. Что-то где-то ходит. Надеюсь, это где-то на поверхности. Хочу на волю. Тем более полдень. Хочу солнышко. Герой уже, наверное, побелел весь. Потому что сколько я наружу-то не выходил. Уже четвертую или пятую серию здесь. Убиваю всех нехороших. По моему сугубо по личному мнению. Что еще я могу взять? Я могу взять все, что захочу. Ну, ведра и сталь я брать не буду, потому что стали у меня и так нормально. А лучше возьму сундук. Нет, это не на поверхности, потому что паук. Паука я слышу. Да, он где-то здесь. Отзовись. Ну что это за фигня? Ладно, у меня еще есть один вход, зачем я копаю? А там скелет, кажется. Или это за стенкой? Насчет входа я переборщил. Сейчас будем копать, как всегда. Опа! Не переборщил. Кто там еще? Второй скелет. Кто там еще? Никого. Кто вы такие? Я вас не звал, идите. Так, вспомнилось видео просто. О, возможно, это мой билет на волю. Хотя какая к черту воля, уже скоро ночь. Но я хочу просто выбраться. Мне не важно, в какое это произойдет время суток. Просто я хочу пойти отсюда нафиг. Тем более, что довольно удобно все это сделать. Ну, заткнись. Хочешь, чтобы я до тебя докопался? По рукам. Получишь. Если я тебя найду. Я тебя не собираюсь искать. Отвали. Я просто хочу наверх. Я доберусь наверх. Кто-то в этом сомневается. Тут где-то зомби. Не стоит так мычать, друг мой. Обидно, что я ухожу. Будешь по мне скучать? Окей. Это я не запрещаю пока что. Хотя, опа, слишком не скучай. Это было чересчур заботливо с твоей стороны. Слишком навязчиво и слишком заботливо. Там еще какая-то сквозная. Ну ладно, перейдем в эту дырку. Что-то там вроде освещение какое-то. Хотя мне кажется. А нет, это песок, песок. Сейчас я опять попаду на дно морское. Но песок говорит уже о том, что это точно поверхность. Неважно чего. Суши, берега или морского дна. Но поверхность. Это значит, что я выбрался отсюда. Почти выбрался. Да, скорее всего, это морское дно, мать его. Давай еще раз сделай это, мужик.
Есть. Я что, выбрался там же? Черт. Что ж ты будешь делать? Я прошел под землей 2 метра получается. На самом деле протопал, наверное. Два километра, если не больше. Но я рад, что я выбрался, и рад, что я не в полумиле от дома все-таки. Теперь главное в нее не провалиться опять. Поперли домой, домой поперли. Дом, милый дом. 6 серий или сколько? Да, наверное, 6 серий под землей это... Ну, это чересчур. Это напряжно, это давит на нервы. Да, все-таки создателю игры удалось давящую атмосферу создать там, где это нужно. Хотя ад довольно веселое место, но просто там скучно, поэтому я его не люблю. А вот пещеры веселые, но давящие на мозг. Вот так вот все просто. И вот на этом, пожалуй, хватит с меня пока на эту серию. Понаблюдаем, что у нас здесь. Здесь у нас пока никого, монстры еще не вылупились. И пока они еще спят, мы бодрствуем, я могу с вами попрощаться, поблагодарить всех за просмотры. И еще раз напомнить, что в комментариях напишите, пожалуйста, как же назвать эту пещеру. Это будет в той серии, где я придумал этот конкурс. То бишь, получается в 35-й. Да, в 35-й серии. Будет в описании написано, кто же все-таки придумал название для пещеры. Ну, я даже, наверное, в профиле лучше еще и в профиле еще напишу. Поблагодарю его. И напишу в профиле его имя и ник. Ну, имя это, если он пожелает. Ну, ладно. Всем спасибо еще раз. Всем пока.